Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Жарти, гумор, веселощі цього дня обов'язкові. Сьогодні 1 квітня. Інакше цей день перетвориться на звичайнісінький. Ми подбали, аби він вам запам'ятався. І запросили до нашої студії фокусника, ілюзіоніста Максима Журавля. Дуже раді бачити вас. Здравствуйте. Максим, ви майже нічого з собою не принесли. Я думала, у вас буде та реквізит величезний, а у вас все зосереджено там, в місті. Все з собою, все при мені. Все з собою. Щоб стати ілюзіоністом, що потрібно? І чи завжди ви отак нічого з собою не берете? Ніяких реквізитів? Спочатку перший питання. Що потрібно для того, щоб стати ілюзіоністом? Собственне стремління. Немножечко юмора для того, чтобы с ним работать впоследствии. Ну и желание работать над собой и желание общаться со зрителем. Вот у меня с этого все началось. Я очень хотел общаться со зрителем, очень хотел работать на публику. И вот у меня все в эту сторону шло. И поэтому буквально через неделю после того, как я начал в целом увлекаться фокусами, я начал увлекаться с какого-то карточного номера, я через неделю уже в университете показывал фокусы. Действительно, я группе своей, так? Да, я собирал там всяких девочек, друзей после занятий и показывал. И вы, мабуть, сприймали це в захваті були, так? Ну, да, да. Но дело в том, что я показывал тогда настолько примитивные фокусы, что мне бы сейчас было очень стыдно видеть это все, но это правда. И как вы выросли за цей час? Ну, это, во-первых, мне тяжело сказать, как я вырос, но сейчас я покажу. Сейчас, во-первых, у меня увеличилось количество огромное. Появилось фокусов, и к тому же я стал больше уделять внимание именно себе, как человеку, который подает эти номера. То есть у меня выработалась за это время какая-то своя подача, я вот, культивирую. А знаете, багато фокусників чи ілюзіоністів, вони використовують якийсь такий особливий реквізит. У них є спеціальні плащі, у них є якісь тростини, щось ще для того, щоб зробити такий антураж. А ви так, ну, простенько, нічого з собою не робите. Ну, во-первых, якщо речь йде о каких-то корпоративних мероприятиях, то, понятное дело, я туди приїжджаю з всім своїм, все, що у мене є буквально, і готов ко всему, що може произойти на корпоративі. А якщо речь идет о том, чтобы удивить зрителя. Вот я сейчас буду вам показывать номера в формате микромагии. Микромагия — это фокусы на вытянутой руке на близком расстоянии. Для них не нужен большой реквизит. Там не нужны трости, не нужны какие-либо мантии, ничего такого. Распиливания женщины не будет, ничего такого нет. А мы уже просто злякалися, кто знает, что может быть. Вот, поэтому мне нужен исключительно реквизит, который есть у меня, у вас, у нас с вами в карманах. Ну, то есть колоды карт — это такое, но в целом, то есть может подойти мобильный телефон, деньги, что угодно. От в такому плані. А взагалі фокусники, вони настільки зосереджені на собі, і вони от помічають будь-які дрібниці. Те, що звичайна людина в своєму житті залишає трошки осторонь. Вам для того, щоб ці навички здобути, що треба було? Ну, во-первых, я по своей второй профессии журналист, поэтому я в любом случае обращаю внимание на детали. То есть я без этого не могу. И, наверное, в данном случае эти две профессии, хотя фокус – это все-таки мое хобби, основное хобби. Журналіст-фокусник, це просто неймовірно. Так вас можна відправляти на спецзавдання, і ви можете вилучати звідти потрібну інформацію. Совершенно верно. В університеті мені це і допомагало в якійсь степені, але взагалі так. Тобто, якщо повертатися до вашого питання, то дійсно детали это во мне. То есть я не могу не обращать внимания на детали, тем более, если речь идет о том, чтобы показывать фокусы на камеру, то здесь мы не можем обойтись без ракурсов. Без всього цього. Все одно, треба для того, щоб щось показати, потрібно, мабуть, знати, з якого боку вас будуть знімати, що приховати, можливо. Ну, є ж секрети ілюзіоністів, це ж не якісь чудеса, а абсолютно. Це просто ілюзія, так? Але все одно, для того, щоб фокус чи ілюзія вдався, то потрібно знати, що треба робити. Тому ви, мабуть, готуєтесь перед камерою, чи як ви взагалі тренуєтесь? Ну, во-первых, да, я всегда... Номера, которые вот репетирую, я их стараюсь показывать не просто, не только зрителям, то есть не только своему окружению каких-то людей, которые видят эти фокусы чаще всего, но и непосредственно перед камерой, потому что именно камера показывает тебе, где тот ракурс,
и куда нельзя поворачиваться во время показа фокуса. Хотя есть фокусы на 360. То есть бывало такое, что я показывал номера, которые на самом деле ориентированы только под какой-то угол, да, то есть вот условно говоря, вот так вот. Но при этом люди у меня стояли вот и за спиной тоже. И получалось. Ничего тут, себе. Тут все дело это мастерность. Тут уже все дело в разговорном жанре. Как ти заговориш зрителя? Зуби заговорити. Ну, условно говоря. Так. Ну, а з чого ви будете починати? Якщо візьмемо за якийсь коротенький, невеличкий, так, за основу якийсь фокус, чи це вже буде щось таке грандіозне? Зараз, що ви нам приготували? Давайте я вам покажу щось таке, щось небольшое, да? От у мене є з собою колода карт, вам може показати, да? Так, будь ласка, так. Можна, так, да? Так, так. Хорошо. Почнемо, бо можемо не встигнути. Хочеться все, щоб побачити. Хорошо, окей. Колоду нужно немножко помешать. Угу. Це мені треба зробити? Если хотите. Ну, давайте я Держите. Можу. Ну, так, щоб вот так вже для, як то кажуть, чистоти експерименту, так? Абсолютно. Ви збили всі мої плани тільки що. Так, будь ласка. Хорошо. Скажіть мені, ви вмієте, скажімо так, як ви думаєте, ви можете по-хорошому обмануть фокусника, то есть как-то? Да, навряд чи. Вони... Думаете, не это же их работа. Так. Хорошо, смотрите, что мы сейчас с вами сделаем. Я вот так вот пролесну колоду. Вы когда захотите, скажете мне стоп. Я вам покажу камеру, карту, вы ее покажете в камеру. Добре. Запомните. Так. И мы ее потом уберем в колоду. Добре, хорошо? Добре, давайте. Стоп. Я отворачиваюсь. Так. Так. Так, вы же бачили, что тут? Так. Запомнили, Є. Да? Хорошо. И бачили, кладите ее сюда, например. Все, так. Я не смотрю, показываю еще раз вам. Запомнили, да? Ага. Скажите, карта була красна, чорна? Так, ну ви все випитуєте. А нельзя, да, говорить? Ну, звичайно, не можна. Это ж ми возвращаемся к тому, що я заговариваю зуби, да, как бы выразились. Так. Хорошо. Окей. Давайте так, я сейчас буду пролистывать карты, а вы мне будете говорить, ваша это карта или нет, хорошо? Добре. Ну, смотрите, вы можете мне врать. Я то не знаю, на самом деле, какая ваша карта. Ну, добре, добре, давайте Хорошо, ваша карта, будем скажем, ваша карта будет где-то среди первых пяти. Один, два, три, четыре. 5 карт. Я буду их пролистывать, по одной переворачивать, вы будете говорить, ваше это или не ваше. Добре. Окей? Хорошо. Поехал. Смотрите, первая карта здесь, это король черви. Ваша? Та начини. Ну, вроде нет. Не да, хорошо. Окей, дальше. 7 бубны. Не. Тоже не ваша? Не. А вы свою карту вообще помните? Я пам'ятаю. Я просто думаю, что хорошо. Вас немає. 10 бубны. Її тут. Ні, це не хорошо, вона. Не она. Мы использовали уже 3 из 5, совершенно верно. Да? Валет черви, ваша? Так, ну, наче вона. І що тепер? У вас є, звісно, небольшое сомнение. Стоп, 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 стоп. Ну ми ж 5, ми ж должны 5. Я просто ж 5 карт, 5. Это пятая карта, 4 буби, это не ваша? Ні. Ви були так уверены, що все-таки та ваша карта, да? Вот присмотрите сейчас внимательно к этой карте. Можна взяти? Секундочку. Присмотритесь внимательно к этой карте. Это не она, это не ваша, да? Точно не вона. Хорошо, на самом деле, я думаю, что именно это ваша карта. Я угадал или нет? Да ладно. Так, 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 так. О, а як ви це зробили? А это она? Як ви це зробили? Я даже, ви думали, да, ні, що ну, от здесь просто она, жах. Да? Дело а том, я хотіла здесь... глянути. Ні, ну ви ж нічого не робили. Да, здесь нет дубликатов, если вы думаете, что дело все в дубликатах, это не так. Та не може бути. От та карта була там. А якби я її зразу взяла? А ви, дело в том, что вы ні, сами поверили, хотіла, да, что что-то ні, пошло не ну, так. І так, я ж хотіла її взяти до рук, бачите? А ви мені не дали. Да. Ви щось зробили. Це ви її взяли, так? Ні. Ви на мене так дивились, а потім взяли карту. Ні. Ні, ну на самом деле я никак нічого не подкладывал, нічого такого не було. Все ну, було при вас. Ну супер, взагалі, я не знаю. Я не знаю, як ви це робите. Ну просто не уявляю. Клас, класний фокус, супер. Спасибо, хорошо. А давайте такой легенький, быстренький фокус. Как вы думаете, я могу прочитать ваши мысли? Та хто знає. Хорошо, обратите внимание, что все карты в колоде сейчас разные. Ага. Правильно, да, цифры, правильно. Картинки? Ну так, так. Ну як завжди, okay. Колода ну, карт. Ничего так, нового, ничего да? Нового. Смотрите, я даже немножко помешаю. Смотрите, вот таким образом сейчас, ну вы уже это видели в прошлый раз. Я пролесну вот так колоду, вы когда захотите, скажете мне стоп, окей? Okay? Я вам покажу карту, вы ее запомните, держите в голове, окей? Okay? Угу. Давайте. Стоп. Так, запомнили? Що це у нас? То дайте в руки ж мені. А давайте вот так. Просто вытащите. Я вже боюсь. Я вже вам понятно. Ничего давати у вас не уже буду. Есть опыт. Я просто вытащите любую. Давати не покажите буду. В камеру. Все, все. Бачили? Та він страшний просто. Все, запомнили? Так. Хорошо. Я поворачиваюсь. Добре. І кладіть її сюди. Помните її, да?
Красная была, черная. Я теперь вам, я вам не верю. Я вам теперь заберу у вас это все. Хорошо. Давайте так, я сейчас по вашей реакции попробую понять, какая карта у вас была, окей? Добре. Хорошо. Так, вы улыбаетесь, значит, не туз бубны, очень сильно улыбаетесь, это не туз бубны. Хорошо, валет бубны. Так вы их не показываете. Хорошо, так я зачем вам показываю, вы ее знаете. Окей, хорошо. На самом деле, окей. Просто думайте сейчас об этой карте. Добре. А я попробую представить, что, угу. что это. Угу. Я буду говорить какие-то разные слова, вы не обращайте внимания, окей? Добро, добро. Двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз. Креста, чирва, пика, бубна. Креста, чирва, креста, чирва, креста, креста, чирва, пика, бубна. Двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, це семерка, восьмерка, семерка, крест, семерка, за... семерка, крест. Да? Да. Правильно, все правильно. Браво, браво, Максим, браво. Да. Як ви це зробили? Що іменно? Як ви вгадали? Да. Як це було? Ви дістали ту карту, яка десь у вас точно була? Нет, вы сами выбирали. Тут вообще обмана никакого, честно. Все, все, прав, все честно. Не знаю, может, я как-то показывала, а вы бачили? А вы действительно думаете, я сейчас расскажу, как это делается? Я ну просто, я не знаю, такие фокусы взагалі, иллюзия, чи что-нибудь інше, это взагалі майстерність. И тут треба не лише знать, как это делается, тут, мабуть, еще что-то нужно. Ну, какая-то, возможно, самовідданість, коли ви так довго ретельно працюєте над цим номером, можете десь щось приховати. Ви щось приховуєте? Ні. Знаєте, часто кажуть, що там вся магія на самом деле происходит в рукавах. Это неправда, потому что уважающие себя там иллюзионисты, они не пользуются рукавами, они не пользуются скрепленными картами, да, по которым можно понять, какая же карта вы, какую карту вы выбрали. Это не так. Все дело в том, как я работаю конкретно с вами. Угу. Я могу вам показывать номера, где не участвуют вообще реквизиты. Вот так это работает. Да просто вот, да, в данном случае, знаю. Сейчас, ну, да, так, вот я с вашим воображением зробили, конкретно я не знаю. Работали. Может, у вас тих сімок было багато, я Нет. не знаю. Ну, четыре. Четыре, все разные. Ну, не знаю, однаковых, наприклад. Ні. Да, вы думаете, все дело в одинаковых картах? Ну, можливо, десь. Десь карта, наприклад, одна така сама, і ілюзіоніст просто знає точно, що ця попаде. Ну, да. ця буде. Ну, это слишком предсказуемо. Не це, так? Ну, а ще які у вас є такі номери складніші? Може, ще якісь складніші? Не знаю, хоча мені здається, це вже складно. Ми наращуємо, да? Хорошо. Це вже складно? Ну, для мене це просто, чесно говоря, тому що це, ну, це базова механіка фокусів, от іменно карточних. Угу. І тут, як би, великого секрету нет. А як люди сприймають оці всі фокуси? Вони знають, що в чомусь секрет? Ну, такі карточні, вони описані. Багато є таких моментів, коли можна, наприклад, побачити, чи в інтернеті прочитати, чи запитати ще когось. Так? Ну, тобто ілюзіоністи між собою от такими простими діляться фокусами. Але складніші то вже залишають для себе. Є особливі фокуси. Можливо, є у вас якісь індивідуальні, яких ніхто ще не показував. Так, є фокуси, які ми придумуємо самі. Це касається ілюзіоністів, які на ринку працюють давно. Тобто, у них вже с ходом опыта, они могут придумывать, они могут брать какую-то механику и придумывать уже на базе этой механики свои номера. Вот у вас есть такие, да? Да, я так делаю. Я ранее показывал очень плотно на корпоративах номер, который я сам придумал. Сегодня покажете нам? Сегодня не покажу, потому что для него нужен реквизит. Ага. Вот оно, для него ну, будем в наступного раза чекать вас. Хорошо. Уже с этим номером. Давайте цей. Смотрите, я вот так пролистну колоду, вы просто сейчас убедитесь в том, что все карты в ней разные. Окей? Ну, добре. Ну, так не схоже, тут складно сказать. Там циферки, картинки, так. В камеру, ну, думаю, тоже так, видно, да? Так, так. А теперь убедитесь в том, что все карты здесь красные. Не. Ну, тут, нет, с этой стороны красные, а с этой стороны разные. Да, ну, так, то есть так. Логично, ну, да? Ну, звичайно. Все как обычно. Хорошо. Я сейчас пролистну перед вами вот эту карту, и вы скажите стоп, когда захотите, окей? Угу. Давайте. Стоп. Да, давайте еще разок. Давайте еще раз. Стоп. Здесь? Ага. Хорошо, просто запомните карту, на которой вы остановились. Так, ну, в руки можно? Конечно. Я ж хочу ще показати глядачам. Хорошо, да, да, беріть її в руки, да, і можете даже положити її потім на стол, я к ней доступу ніякого не имею. Добре, бачили? Ось вона ця карта. Все, залишаємо. Угу. Хорошо, пусть лежить перед вами. Добре. Скажіть, ми можемо візуалізувати зараз цю карту як-то? Вот она у вас зараз в воображенні, правильно? У мене так, я її уявляю, бачу, так. Просто зараз подумайте о ній. Угу. Думаете? Думаю. Хорошо, воображаете ее. Uh-huh. Мы, предположим, ее вот так сейчас возьмем, да, из вашего воображения и просто бросим вот так в колоду. Uh-huh. Думаете? Это жах. Uh-huh. Это она? Хорошо, это не все. Во-первых, это она? Вона. Хорошо, но. Секундочку.
Это то, о чем вы говорили. Мы умеем визуализировать номера и импровизировать. Смотрите, вы думаете, да, вы говорили о том, что все карты в колоде могут быть одинаковые, Можливо. Да? Обратите внимание, что здесь все короли бубновые. Но знаете, мы пойдем дальше. Дело в том, что это король бубны, это правда. И единственная карта, король бубны здесь, красная. Потому что у меня вся колода из синих карт. Як? Ну, Максим, це неймовірно просто, супер, супер. Я бачила, ви ж нікуди ні кишені, нічого, там ні рукава, ви нічого не задіяли. Ні, це правда. Браво, браво, взагалі супер. А сил багато витрачаєте на кожен номер? Да нет. Нет, я много трачу времени на репетицию каких-то номеров. То есть есть вот номера, которые требуют вот большой отработки, большой репетиции, большого времени на репетицию. И вот тогда да, тогда приходится. Но дело в том, что я из таких людей, которые не могут репетировать... Да, это все тот же кругом. Просто еще раз покажу вам. Вы это бачили? Вот она, эта карта. Там вся колода была. И мне просто дуже хочется, знаете, подивитись, что же у вас там, какие эти карты, насправді, как они изменяются, что вы делаете с ними. Все тут. Да, я на самом деле не могу. Вот есть большое правило у всех иллюзионистов. Сначала нужно хорошо отрепетировать номер, а потом идти с ним уже на какие-то мероприятия, там, на улицу показывать. Я так не могу. Я как-то базово заучиваю фокус, то есть, чтобы, знаете, мышечная память работала. Но на это уходит день. А потом я не могу не идти и не показывать его. Потому что, вот, например, этот фокус, я без шуток, я показываю его, вы, наверное, третья, кто видите его. Ничего себе. Да. А вы не хвилювалися, якщо щось би не вийшло, наприклад? Все бы получилось. Так особо впевнені? Нет, это уверенность в том, что я делаю. Это даже не самоуверенность, это уверенность в том, что я делаю. По-другому я б його не показував, якщо б я не був уверен в тому, що все буде окей. Ну, це добре, це так і повинно бути, кожен ілюзіоніст повинен це показати. А якщо щось не вийде, бувало таке? Звісно, бувало. І це нормально, ми ж всі люди, ми всі можемо ошибатися. Але справа в тому, що зритель ніколи не знає, як має бути. То есть, да. Ну, можно импровизировать. Да, если фокус идет уже неправильно, как-то, да, вот в моем мире, то в вашем мире все идет как нужно. То есть, вы не знаете сценария. Карту никто не просил. А якби я попросила так, її залишити? Да. То есть, здесь сценарий может ситуації... быть, я бы вышел по-другому. Да, если бы, условно говоря, что-то сейчас не получалось, я бы по-другому зашел. Ще один покажете, чи вже давайте. Все? Давайте. Останній, наостанок, вже часу. Хорошо, давайте сделаем что-то максимально простое, давайте. Чтобы... Добре, я готова. Даже не участвовали карты. Скажите, вы правша, левша? Правша. Правша, руки две вперед выставите. И вот так чуть-чуть. Хорошо. Вы правша, да? Правую руку тогда опустите. Она нам не понадобится. А левую зажмите в кулак и вот прям поднимите немножко вверх. Смотрите, у меня с собой есть маркер. Я вот здесь при вас нарисую крестик. Его видно? Вот он. Так, где? Обычный крестик. Маркер уберем. Хорошо, просто смотрите, я сейчас возьму этот крестик. Смотрите, при вас забираю крестик. Немає. Як це? Секундочку. Ничего не почувствовали, да? Ничего, абсолютно. Сейчас медленно вот так переверните руку. Як це? И теперь медленно откройте пальцы. Не може бути. Це просто жах. Покажите в камеру. Як це вийшло? Максим, браво. Ну, бачили? Ви бачили? Він намальований. Він намальований. Він стирається, кстати, на всю жизнь. На все життя? Ну все. Ну від Максима, то по-чесно. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Просто неймовірні фокуси. Бажаю успіху. Я знаю точно, що ви далеко підете. І ще покажете всьому світові свої вміння з такою жагою. До мистецтва, я так це називаю, так. Інакше бути не може. Будемо Спасибо чекати большое. Ще вас у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.